Дни Навруза – специальная олимпиада Таджикистана совместно с Комитетом по делам молодежи и спорта Республики Таджикистан устроили очередной праздник спорта и радости для детей с ограниченными возможностями и их родителей. В организованных соревнованиях по мини-футболу, легкой атлетике и настольному теннису участвовало 140 детей с ограниченными возможностями. Соревнования проходили в праздничной наврузовской атмосфере. Все участники получили подарки и массу радостных, незабываемых впечатлений. Занятия спортом людям с ограниченными возможностями позволяют интегрироваться в общество. Через спортивные достижения участники специальной олимпиады развивают веру в себя, повышают самооценку, улучшают свои способности, что ведет к их большей социализации и вовлечению их в общество. Никто из ребят не расстраивается, если не выигрывают, ведь для них победа не главное. Для них самое важное – участвовать в массовых мероприятиях, чувствовать себя членом общества, играть и радоваться вместе с другими. Заряд бодрости и хорошего настроения получили все, несмотря на результаты. Ведь для детей с ограниченными возможностями участие в спортивных играх – это уже большая победа. Навруз – это праздник, который объединяет всех людей. Ведь этот праздник вселяет во всех без исключения надежду на светлое будущее, счастье и благополучие. Навруз – это еще и праздник милосердия. В праздничные весенние дни хочется приносить радость, особенно тем, кто в этом остро нуждается. Дети с ограниченными возможностями ждут праздника с особенным чувством. Они хотят вместе со всеми играть и радоваться. А физические нагрузки для них – это не только демонстрация способностей и умений, но и вовлеченность в общее дело, что особенно важно для них. Международный праздник Навруз отметили и в государственном учреждении специального профессионального лицея для инвалидов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан в городе Душанбе. Следует отметить, что люди с ограниченными возможностями и дети-сироты находятся под пристальным вниманием правительства страны. На торжестве приняли участие представители Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, учащиеся и преподаватели лицея. В этот же день для учащихся данного лицея открыли специальный класс по пошиву обуви. Во дворе специального лицея была организована выставка народного творчества. Также наглядно продемонстрированы традиции, сочетаемые с праздником Навруз, а в конце концертных выступлений было организовано традиционное праздничное угощение. Участники торжества смогли продегустировать национальные таджикские блюда – плов, лепешки, самсу, суманак, различные виды сладостей из таджикской национальной кухни.